что якобы Елисей рано утром выходил на балкон, вот, который одна из лучших видовых площадок на Невском проспекте, с бокалом шампанского, значит, выпивал и бросал вниз. По тексту было написано, читаем мы не курим. Вот я не знаю, насколько это правда, но все равно. Красивая легенда, еще одна тайна, и как раз после там, как раз я могла шампанское, я хочу сказать, что вы можете тихонечко ходить, наливать чай, кофе, угощаться пирожками, и насколько я знаю, еще к ним добавят, наверное, немножко бутербродов. А я хочу еще раз уже официально представить хозяина сегодняшней встречи этого дома, это художественная руководитель Татьяна Сергеевна Казакова, и мы ее назвали в момент репетиции. Надеюсь, правда, что вы продолжите, а мы чуть-чуть подстрелим. Ну так вы вышли на сцену, какая подстрелка? Да. Сердце сразу. И Елена Юрьевна Несчастная, вы директор театра. И я хочу вам первый вопрос задать Елене Юрьевне. Фактически мы встречаемся с компанией на ту открытие нового юбилейного сотрудничества. В связи с этим вопросом, какие ожидания, какие планы? Да, коллеги, давайте только так.